легла прям 4-5 метров за спиной. У нас пятерых тогда положила сразу. Все, что вспомню, вспышку. Ну, я сознание не терял, помню, то я все, как меня тянули в подвал, напокрывали. Пробило голову, и вспышка была яркая. Мне показалось, что у меня из глаз огонь вылетел. Ну, потому я сразу понял, что я уже без глаз остался. Метою є не перевчити їх, не змінити їх, а просто дати їм шанс стати незалежним.